Конечно, ваша правда. Я человек маленький, жизнь у меня мелкая, но каждый огурец взращен мною собственноручно, и рвать его без возмездия мне я не могу разрешить. От твоего разрешения никто и не просит. Но позвольте, если вашу собственность нарушают, имеете вы право просить защиты закона? Ну проси, проси. Сегодня огурцы рвут, а завтра головы рвать будут. Вот тебе и закон. Однако, это странно и даже опасно слышать. Как же это вы, солдат и кавалер, можете пренебрегать законом? А закона нет, а есть команда. Налево кругом марш и пошел, а скажут стой, значит стой. Да вы бы, конь, не курили здесь вашу махорку. От нее лист на деревьях вянет. Ведь если бы они с голоду, это я понимаю. Голод может объяснить многие поступки. Можно сказать, что все подлости совершаются для утоления голода. Когда хочется кушать, то... Да ангелы не едят. А сатана против Бога пошел все-таки. Так вот это я и называю озорством. Здравствуйте. Здравствуйте, Яков Иванович. А вы что? Захочу с покорной просьбой. Жаловаться пришел. У него этой ночью фабричные ребята огурцы украли. А, это нужно сказать брату. Совершенно верно. Я к ним и направляюсь. Никуда ты не направляешься. Стоишь на одном месте и ноешь. Я вам, думается, не мешаю. Если бы вы газету читали или что другое, то, конечно, я бы вам мешал. Конь, пойдите сюда. Крохобор ты пологай. Кляузник. Вы совершенно напрасно произносите эти слова. Язык дам человеку для вознесения жалоб. Да перестаньте вы пологой. Точно вы не человек, а комар. Ну что он здесь ушел бы? Если мои слова беспокоят ваше ухо, а сердце не трогают, я замолчу. Я замолчу. Что, конь, я, кажется, вчера опять обидел кого-то. Это было. Удивительно. Почему я пьяный всегда дерзости говорю? Ну, это бывает. Иной раз пьяный человек, он храбрее трезво, никого не боится, но и себя не милует. Вот у нас в роте унтер-офицер был. Трезвый ябедник, драчун, подлиза, а пьяный плачет. Братцы, говорят, я тоже человек. Просит, плюньте мне в рожу. Некоторые плевали. А с кем я вчера говорил? А с прокурором. Сказали, что у него деревянная голова. А потом про жену директора сказали прокурору, что у нее любовников много. Ну вот. А какое мне дело до этого? Не знаю. А еще... Хорошо, вот... конь, довольна. А то окажется, что я всем сказал что-нибудь неприятное. Да. Вот какое несчастье, водка. Вам меня жалко? Очень жалко. Такой вы простой со всеми, точно и не барин. А вот конь никого не жалеет, он только философствует. Чтобы человек задумался, его надо обидеть. Так, конь? Конь! Вас сильно намучили, оттого вы и умный. Конь! Я вот как услышу голос генерала, так сразу дураком становлюсь. Кира! Готово! Что, жена моя еще спит? Встали, купались. Так вам меня жалко. Вам бы полечиться, Яков Иванович. Ну, налейте мне немножко коньяку. А может, не надо, а? Ну, а почему? Если я не выпью однажды, это ничему не поможет. Захар Иванович встал? Нет еще, разумеется. Так... Дайте, есть тут у вас холодное молоко? Доброе утро, Яков Иванович. А, слыхали новость, а? И подлецы требуют, чтобы я прогнал мастера Дичкова. Грозят бросить работу, черт их дери.
А вы удалите мастера. Ну да, это просто, и не в этом дело. А дело в том, что уступки их развращают. Сегодня они требуют прогнать мастера, а завтра захотят, чтобы я повесился ради их удовольствия. Вы думаете, они завтра захотят этого? А, все шутки, Яков Иванович. А вы попробуйте, повозитесь с этими чумазыми джентльменами, когда их около 1000 человек, и им кружат головы. Ваш братец всякой либеральности, какие-то идиоты прокламациями. Да-да, Яков Иванович, ваш почтенный братец испортил мне фабрику. Развратил людей недостатком твердости. Михаил Васильевич, в контору пришли депутаты рабочих. Требуют хозяина. Требуют? А вы пошлите их ко всем чертям. О, вы всегда ругаетесь. А. Почему сейчас? Извиняюсь, Полинка. Вот все этот пролетариат, он, видите ли, требует, а раньше он у меня смиренно просил. Вы жестоки с людьми, уверяю вас. Ну, так что же сказать депутату? Пусть подождут. Ступайте. Интересное лицо этого служащего. Кто он? Конторщик получает 40 рублей. Давно он у нас? Да около года, кажется. Он делает впечатление порядочного человека. А? Вы что? Я, Михаил Васильевич, к Захару Ивановичу. Зачем? По случаю нарушения права собственности. Вот, рекомендую еще один, тоже из новых служащих. Человек со стремлением к огородничеству. Глубоко убежден, что все на земле создано только для того, чтобы нарушать его интересы. Ему все мешает. Англия, солнце, новые машины, лягушки. Лягушки, смею заметить, всем мешают, когда не кричат. Идите вы в контору, что за манера бросать работу, ходить жаловаться? Мне это не нравится. О, какой вы строгий. А он смешной. Вы знаете, в России люди разнообразнее, чем за границей. А, скажите безобразнее, тогда я с вами соглашусь. Я командую народом 15 лет. Знаю, что такое этот добрый русский народ, раскрашенной поповской литературой. Поповской? Да, конечно, все эти Златовратские, Чернышевские, Добролюбовы. Слушайте, ну что ж так долго не идет за Карла? Ну, Груша, позовите барина. Вы знаете, чем он занят? Доигрывает вчерашнюю партию в шахматы с вашим братом. Вот и прекрасно. А там собираются бросать работу. Нет, господа, из России толку не выйдет никогда, это уж вы мне поверьте. Страна анархизма. Органическое отвращение к работе и полная неспособность к порядку. Уважение к законности отсутствует. Естественно. Разве возможна законность в стране, где нет законов? Между нами говоря, наше правительство... Да и правительство то же самое. Я никого не оправдываю. Вот, возьмите вы англосакс. Лучшего материала для строения государства нет. Потому что англичанин ходит перед законом, как дрессированная лошадь в цирке. Чувство законности, оно у него в мускулах, в костях. Наконец. Позвольте вам сообщить о новых результатах вашей либеральной политики с рабочими. Рабочие требуют прогнать мастера Дичкова. В противном случае собираются бросать работу. Как вы на это смотрите, Захар Иванович? Я? Дичков? Это который дерется и насчет девиц что-то такое? Прогнать Дичкова, разумеется. Это справедливо. Слушайте, уважаемый компаньон, ну давайте же говорить серьезно. Ведь речь-то идет о деле, а не о справедливости. А справедливость, так как понимаете вы ее, для дела пагубна, Захарова. Господи, дорогой, вы говорите парадоксы. Деловые разговоры при мне с утра. Тысячу извинений, но я буду продолжать. Я считаю это объяснение решительным, господа. До моего отъезда в отпуск я, господа, держал фабрику. Вот как. Меня никто не смел пищать. А все эти воскресные развлечения, чтения и прочие штуки я, как вам известно, не считал полезным в наших условиях. Сырой русский мозг не вспыхивает огнем разума, когда в него попадает искра знания. Он тлеет и чадит. Ну, говорить надо спокойно. Благодарю вас за совет. Ваше отношение к рабочим, Захар Иванович, полгода развинтило и расшатало весь крепкий аппарат, созданный моим 8-летним трудом. Меня здесь уважали.
Меня здесь считали хозяином, а теперь всем ясно, что у нас, оказывается, в деле два хозяина. Добрый и злой добрый, конечно, вы. Позвольте, ну зачем же так? Михаил Васильевич, вы говорите очень странно. А я имею причину так говорить. Потому что я поставил в глупейшее положение. В прошлый раз я заявил рабочим, что я скорее закрою фабрику, чем выгоню Дичкова. Рабочие поняли, что я сделаю так, как говорю, и успокоились. А в пятницу вы, Захар Иванович, оказывается, сказали рабочему Грекову, что Дичков грубый человек, и вы собираетесь его прогнать. Ну, дорогой мой, если он бьет людей по зубам и прочее. Ну, согласитесь, ведь это уже нельзя терпеть. Мы же европейцы, мы культурные люди. Да прежде мы с вами фабриканты, рабочие каждый праздник бьют друг друга по зубам. Какое нам до этого дело? Вообще вопрос о необходимости учить рабочих хорошим манерам вам придется решать после, Захар Иванович. А вот сейчас вас в конторе ждет депутация и будет требовать, чтобы вы прогнали Дичкова. Вот как вы думаете поступить, Захар Иванович? Разве Дичков такой ценный человек, а? Насколько я понимаю, здесь дело идет не о человеке, а о принципе. Вот именно. Стоит вопрос, кто же, наконец, хозяин на фабрике. Мы с вами или рабочие? Я понимаю. Поймите, господа, если мы им теперь все уступим, я не знаю вообще, чем все это кончится. Это нахалы. Эти вот воскресные развлечения тоже все сыграло свою роль. За полгода на меня смотрят все здесь волками. А вы знаете, что здесь уже есть прокламация? Что? Да-да-да, здесь уже слышен этот запах социализма. Социализм? В такой глуши? Это забавно. Вы думаете? Уважаемая Полина Дмитриевна, когда дети мало, они все забавны. Но постепенно они растут, и однажды мы встречаемся с большими мерзавцами. Ну, и что же вы думаете делать? Закрыть фабрику. Ничего, пусть немного поголодает. Это их охладит. А когда мы закроем фабрику, в дело вступит, женщины будут плакать. Ну, а слезы женщин действуют на людей, опьяненных мечтами, как на шатырный спирт. Они отрезвляют. Михаил Васильевич, вы говорите очень жестоко. Так требует жизнь. Ну, знаете, эта мера, вызвана ли она необходимой? А вы можете предложить что-нибудь другое? Ну, а если я пойду поговорю с ними? Я знаю, вы им уступите. И вот уж тогда мое положение будет совершенно невозможным. Вообще, господа, вы меня извините, пожалуйста, но ваши колебания мне просто обидны. Да позвольте. Да я уж не говорю об их вреде для дел. Да позвольте, дорогой, ведь я же не возражаю. Я только думаю, думаю. Ведь вы знаете, я больше помещик, чем промышленник. Все для меня ново, сложно, хочется быть справедливым. Ведь крестьяне, они мягче, добродушнее рабочих, и с ними я живу прекрасно. Я среди рабочих есть очень любопытные фигуры, но в массе я соглашаюсь. Они очень распущены. Да-да-да, вот особенно с тех пор, как вы им надавали всяких обещаний. Да, но видите ли, после вашего отъезда сразу началось какое-то оживление. Что? Я хотел сказать, возбуждение. Надо было успокоить их. Может быть, я вел себя неосторожно. Писали в газетах о нас. Слушайте, и очень резко, знаете. 17 минут 11. Вопрос необходимо решать. И он стоит так. Или я закрываю фабрику, или я ухожу из дела. Ну, там, закрыв фабрику, мы убытка не потерпим. Спешные заказы готовы, и на складах кое-что есть. Да, необходимо решить сейчас. Понимаю. Николай Васильевич, а как вы думаете? Я думаю, что брат прав. Необходимо твердо держаться строго определенных принципов. Если нам дорога культура. То есть вы тоже думаете закрыть? Ах, как это досадно. Михаил Васильевич, вы не обижайтесь на меня, но я отвечу через полчаса. Через 10 минут можно? Да уж, пожалуйста, Захар Иванович. Полина, я тебя попрошу, иди со мной. Боже мой, как это все неприятно. Да, ведь вот
У крестьян есть врожденные веками чувство уважения к дворянину. А вот у, раб, нет, у рабочих... Нет, 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 я пойду, нет, потому что... Пойдем, кищель. Это он говорит после аграрных погромов на юге. Дурак. Спокойней, Михаил. Зачем так распускаться? Мне нервы болят. Пойми, я иду на фабрику к рабочим, и ведь вот. Меня ненавидят благодаря этому болвану. Я не могу бросить дело, когда там весь наш капитал. Уйди я, этот идиот, он же все погубит. А это скверно, если ты не преувеличиваешь. Вас просят рабочие. Меня? Что такое? Распространился слух, что с обеда фабрику закроют. Каково? А как ты думаешь, откуда они это знают? Я думаю, это Яков Иванович сказал. А? Черт. А позвольте вас спросить, господин Сенцов, почему, собственно, вас так это интересует? Вы приходите, спрашиваете. Меня просил сходить за вами бухгалтер. А? А что у вас за манера смотреть из-под лоби и демонски кривить губы? Собственно, чему вы рады, смею вас спросить? Я думаю, это мое дело. А я думаю иначе. Предлагаю вам вести себя со мной более прилично. Да-с? Я могу идти? Пожалуйста. Директор, торопитесь. Здравствуйте, Матвей Николаевич. Добрый день. Как себя чувствуете? Не устали, нет? Нет, спасибо. Руки болят от весел. На службу идете? Я вас провожу до калитки. Вы знаете, что я вам хочу сказать? Нет, разумеется. Во всем, что вы вчера говорили, не могу помочь. Знаете, видишь, какая ситуация, а? Служащий ваш, которого сейчас вот здесь оборвали за дерзость, на ваших глазах фамильярничает с женой брата вашего компаньона. Брат пьяница, жена актриса, и на кой черт они сюда приехали, неизвестно. Странная женщина. Красиво. Умеет одеваться, так соблазнительно, и, кажется, устраивает роман с нищим. Эксцентрично, но глупо. Она дочь сельской учительницы, говорит, что ее всегда тянет к простым людям. Черт меня дернул связаться с этими помещиками. Пожалуй, это неплохо, ведь хозяин дела-то ты. Буду, но еще не хозяин. Я думаю, она очень доступна, кажется, чувственная. Что? Чувственные, говорю. Этот либерал там спать, что ли, лег? Михаил Васильевич, вас просит Захар Иванович. О, наконец-то! Почему он такой возбужденный? Полагаю, вам это неинтересно. Он мне напоминает одного полицейского. У нас в Костроме на сцене часто дежурил один полицейский. Такой длинный, с вытаращенными глазами. Не вижу сходства с братом. А я говорю не о внешнем сходстве. Он, полицейский, тоже всегда куда-то торопился, стараясь поскорее достичь чего-то, а чего не знал. Вы думаете, не знал? Я уверена. Когда у человека есть ясная цель, он идет спокойно. А этот торопился. Вы хотите сказать, что энергия брата бесцельна? Да, так вышло. Я этого не хотела сказать. Просто он похож на того полицейского. Лестного мало для брата. Я не собиралась говорить о нем лестно. Вы знаете, вы оригинально кокетничаете. Да? Но не весело. Разве есть женщины, которым с вами весело? Ого! Боже мой, у нас все как-то сегодня не клеится. Никто не завтракает, все раздражены, точно не выспались. Надя рано утром ушла с Клеопатрой Петровной в лес за грибами. Я вчера просила, не делать это. Ах, боже мой, трудно становится жить. Ты много кушаешь. Таня, зачем этот тон? Ты ненормально относишься к людям. Разве? Да, легко быть спокойно, когда у тебя ничего нет, и ты свободна.
А когда около тебя кормится тысячи людей, это не шутка. А ты брось, не корми их. Пусть они сами живут, как хотят. Отдай все, фабрику, землю и успокойся. Виноват это вы из какой пьесы? Ну зачем так говорить, Таня? Ты бы видела, как расстроен Захар. Мы решили закрыть фабрику. Ну, на время, пока рабочие успокоятся. Но ты подумай, как это тяжело. Ведь сотни людей останутся без работы. У них дети ужасно. Так не закрывайте, если ужасно. Зачем же делать неприятности самим себе? Ну, Таня, ты раздражаешь. Если мы не закроем фабрику, рабочие устроят стачку. И тогда будет еще хуже. Что будет ну, хуже? Ну, все вообще. Не можем же мы уступать всем их требованиям. И, наконец, это совсем не их требования, это просто социалисты. Научили их, они и кричат. Этого я не понимаю. За границей социализм на своем месте и действует открыто. А у нас в России его нашептывают рабочим из-за углов. Совершенно не понимая, что в монархическом государстве это неуместно. Нам нужна конституция, а совсем не это. Как вы думаете, Николай Васильевич? Несколько иначе. Да? Социализм – очень опасное явление. И в стране, где нет самостоятельной, так сказать, расовой философии, где все хватает со стороны и на лету, там он может найти для себя почву. Мы люди крайности. Вот наша болезнь. Да, это очень верно. Мы люди крайности. Особенно ты и твой муж. Или вот товарищ прокурор. А ты не знаешь, Таня. А Захара считают одним из красных в губернии. Я думаю, что он краснеет только со стыда, да и то не часто. Ну что ты, бог с тобой. Разве это обидно? Я не знала. Мне ваша жизнь кажется любительским спектаклем. Роли распределены скверно, талантов нет, все играют отвратительно. Пьесу нельзя понять. Да, в этом есть правда. И все жалуются, а какая скучная пьеса. Да, да, мы портим пьесу. Мне кажется, это начинают понимать статисты и все закулисные люди. Однажды они прогонят нас со сцены. Однако, куда вы метнули, а? Полина! Полина! Молока генералу! Молока генералу! Холодного молока генералу! А, гроб закона! Ну, превосходная моя племянница, ручку. Конь, отвечай, урок. Что есть солдат? Как угодно начальству, ваше превосходительство. А может ли солдат быть рыбой? Солдат все должен уметь. Ваше превосходительство. Милый дядя, вы вчера забавляли нас этой сценой. Да. Неужели каждый день? Каждый день после купания. Да, каждый день. И всегда разные обязательно. Этот старый шут, он сам должен выдумывать ответы и вопросы. Вам это нравится, конь? Его превосходительству нравится. А вам? А ему тоже. Стар я для цирка. А терпеть надо, когда есть надо. Ох ты хитрый каналья! Кругом! Ать-два! 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 Ать-кругом! Ать-два! 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 Вам не скучно издеваться над стариком? А я сам старик. А вы сами скучные. Вы актриса, вы должны спешить. А вы что? Знаешь, дядя... Я ничего не знаю. Мы закрываем фабрику. Ну и прекрасно. Она свистит, эта фабрика. Рано утром, когда спишь еще так крепко, и вдруг... Все это, закрыть ее. Николай, минутку. Нос. Фабрика закрыта. Вот что, на всякий случай, пошли к телеграмму вице-губернатору, ну, кратко сообщи положение дел и потребуй-ка солдат. Ну, подпишешь моим именем. Я с ним тоже приятель. А великолепно чувствуется, когда поставишь на своем. Я, брат, старше себя годами, а душой моложе. Я думаю, это не молодость. А нервозность? А, я покажу тебе нервозность. Ну-с, иду объявить этим депутатам. Николай Васильевич, ну что, решили? Да, кажется. Боже мой. Что, что решили?
закрыть фабрику. О, ну прекрасно. Конь! Лодку и удочки. Готово. Ну вот, я пойду молчать с рыбами. Это более умно, чем скучать с людьми. А, ловко сказано, а? Приключения! Приключения, тетя! Проходите, Грек, проходите, пожалуйста. Леопатра Петровна, вы его не пускайте. Идите сюда, приключения. Знаешь, тетя, выходим мы сейчас из лесу, и вдруг трое пьяных рабочих. Ну вот, я говорила. Представьте, какая гадость. А почему гадость, Леопатра Петровна? Просто смешно. Трое рабочих, тетя, улыбаются и говорят: барышни, вы наши милые. Я непременно попрошу мужа прогнать их. Это за что же? А это кто такой, чумазый? Это? Да. Это наш спаситель, дед. Вот понимаешь? Нет, я ничего не понимаю. Вы рассказываете, да, бог знает как. Нет, я рассказываю как нужно. Ну, ничего нельзя понять. Ну, ну вот вы мне мешаете, потому что... Ну, рассказывай. Ну вот, подходят к нам и говорят: барышни, давайте с нами песни петь. Какое нахальство. Нет, вовсе нет. Мы, говорит, знаем, вы очень хорошо поете. На наше счастье вот этот молодой человек. Клеопатра Петровна, я расскажу лучше вам. Ну-ну-ну. Клеопатра Петровна начала их ругать. Вот это вы напрасно, Клеопатра Петровна, я вас уверяю. Тогда один из них такой высокий, худой. Да, я его знаю. Да, взял ее за руку и так грустно сказал: такая вы красивая, образованная женщина, смотреть на вас приятно, а вы ругаетесь. Разве мы вас обидели? Вот знаешь, тетя, он это как сказал, прямо так вот, от души. Да. А вот тот другой, он сказал: что ты с ними говоришь? Разве они могут что-нибудь понять? Они зверьё. Это мы зверьё. Да, я и она. Ты, кажется, довольна этим титулом. Надя, вот ты бегаешь всюду. Я могу идти? Нет, пожалуйста, не уходите. Хотите чаю или молока? Спасибо, не хочу. Вы знаете, не стесняйтесь. Это все очень добрые люди, я вас уверяю. Надя. Я сейчас все расскажу. Одним словом, этот молодой человек явился вовремя и уговорил своих пьяниц товарищей оставить нас в покое. А я попросила его проводить нас, вот и все. Ну, если бы все так было, как вы говорите, все бы умерли со скуки. Каково? Вы, пожалуйста, садитесь. Ну, садитесь, я вас прошу, ну, садитесь. Тетя, пригласите его сесть. Ну, что вы такие кислые? Вам что, жарко? Благодарю вас, молодой человек. Не за что. Ну, с вашей стороны было очень хорошо защитить женщин. Они не нуждались в защите, их никто не обижал. Тетя, ну разве можно так говорить? Прошу меня не учить. Ну пойми, никакой защиты не было. Он просто сказал им: товарищи, оставьте, это нехорошо. Они обрадовались. О, Греков, идем с нами, ты умный. Он действительно, тетя, очень умный. Вы извините меня, Греков, но это же правда. Вы ставите меня в неловкое положение. Это не я, Греков, это вот они. Надя, я не понимаю экстаза. Это смешно и довольно. Ну так смейтесь. Что же вы сидите, как сычи? Ну, смейтесь. Она не способна сделать из всякого пустяка историю шум, с восторгом. Особенно это хорошо сейчас, на глазах чужого человека, который, видите, смеется над ней. Вы надо мной смеетесь? Почему? Я любуюсь с вами, не смеюсь. Вот. Дядя! Вот вам! Да. Ну, баста. Хорошенького понемножку. Молодой человек... Вот на, возьми себе и ступай. Благодарю, не нужно. Что такое? Не надо. Это же 10 рублей. Ну и что же? Что же? Вы кто такой? Рабочий. Кузнец. Слесарь. Но это все равно. А почему же ты не берешь деньги? Не хочу. Что это комедия такая? А чего же тебе нужно? Ничего. О, так может быть ты хочешь просить руку нашей барышни, а? Нельзя. Вам сколько лет? Что? Мне лет? Да, сколько вам лет? Мне 71 год. Ну и что же? В эти годы следует быть умнее. Мне умнее? Послушайте, вы не обижайтесь, он же старик, они все очень добрые люди, я вас уверяю.
Что значит торчина такая? Да вы не беспокойтесь, это все естественно. Вы знаете, у них сегодня, им сегодня жарко, и у них плохое настроение. А я так плохо рассказала. Да как бы вы ни рассказали, вас не поймут, поверьте. Вы, пожалуйста, не сердитесь, а? Я вас прошу. Надя, что? Это Надя. Скажите, какой гордый испанец. Вот я прикажу мужу, ну, чтобы он его... Ну, щенок. Ну, Надя, невозможно. Она пошла с ним. Как она волнует. Они с каждым днем все больше распускаются, ваши социалисты. А почему вы думаете, что он социалист? Я вижу. Все порядочные рабочие социалисты. А я сейчас же скажу Захару, чтобы вон всею с фабрики этого молокососа. Фабрика закрыта. Вообще всею. Таня, прошу тебя, позови Надю. Скажи ей, что я поражена. Нет, вы подумайте, какая скотина. Сколько вам лет? Эти пьяные свистели нам вслед. Что? А вы с ними любезничаете, чтения разные. К чему это? Да, да, представьте. В четверг я еду в деревню, да? И вдруг свистят. Даже мне свистят. Не говоря о неприличии, это может испугать лошадей. Захар Иванович во многом виноват. Он неверно определяет расстояние между собой и этим народом. Так говорит мой муж. Он мягок, он хочет быть добрым со всеми, а добрые отношения выгоднее с обеих сторон. Вот. И крестьяне очень оправдывают его взгляды. Берут землю, платят аренду, и все идет прекрасно. А эти, Надя, милая, ты понимаешь, как это неприлично. Ну, стоит. Это вы неприличны. Вы все злые, больные, и вы ничего не понимаете. А вы, дед, ну какой вы глупый. Что? Ну зачем вы сказали вот это вот о руке? А что, я глуп? Не стыдно вам? Что, мне стыдно? Стыдно, вы, стыдно. Ну, Надя, стыдно. Довольно, баста. Конь, конь, чтоб черт побрал всю твою родню. Карлан, тупая качка. И вы, тетя, вы еще за границей жили, а в политике рассуждаете. И не пригласить человека сесть, не дать ему чашку чая. Это нестерпимо, что ты говоришь? И вы, Клеопатра Петровна, дорогой вы с ним были и ласковы, а здесь... Да что ж, целовать мне его, что ли? Извините, он не умыт. Я не расположена слушать ваши выговоры. Вот видите, Полина Дмитриевна, это демократизм или как там, гуманизм? Все это пока ложится на шею моего мужа, но ляжет и на вашу. Вы увидите. Клеопатра Петровна, я извиняюсь перед вами за Надю. Это лишнее. И не в ней дело. И в одной Наде. Все виноваты. Все. Надя, когда твоя мать, умирая, поручила мне тебя, твое воспитание... Не трогайте мою маму. Вы о ней говорите всегда не так. Надежда, ты больна? Твоя мать была мне сестрой, я ее знаю лучше тебя. Нет, ничего вы не знаете. И бедная, и богатым не родня. Моя мама была бедная, хорошая. А вы не знаете и не понимаете бедных. Вы вот даже тетю Таню не понимаете. Надежда, я прошу тебя уйти. Уходи. Хорошо, я уйду. Уйду. И все-таки я права. Не вы, а я. Уходи. Вот ты, боже мой. Здоровая девушка, и вдруг такой припадок. Почти истерик. Ты извини меня, Таня, но во всем этом я вижу твое влияние. Да, ты водишь ее в компанию служащих, какие-то конторщики, чудаки из рабочих. Абсурд! И, наконец, катание на лодке. Ты успокойся, выпей чего-нибудь, что ли. Тебе нужно согласиться, что с этим рабочим ты вела себя довольно бестолково. Ведь он не взломал бы стул, если бы ты предложила ему сесть. Нет, ты не права, Таня. Разве можно сказать, что я дурно отношусь к рабочим? Но все должно иметь свои границы, моя дорогая. А затем никуда я ее не ввожу, как ты говоришь. Она сама идет. И я не думаю, что ей следует мешать. Она сама идет, как будто она понимает, куда. А на фабрике будет бунт. Ах, оставьте вы, Яков Иванович. Бунт будет. Они зажгут фабрику и жарят всех нас на огне, как зайцев. Ты, кажется, уже выпил? Я в это время всегда уже выпил. Сейчас видел Клеопатру. Это очень дрянная баба. И не потому, что у нее много любовников, а потому, что у нее в груди вместо души сидит старая злая собака. Все шло так хорошо, и вдруг... Небольшая собака с облезлой шерстью.
сидит и скалит зубы. Жадная, уже сыта, все ела, но чего-то хочет еще, а чего не знает. Замолчи. И беспокоится. Замолчи, Яков. Вон твой брат идет. Мне не нужен брат. Таня, я понимаю, меня уже любить нельзя, и все-таки это обидно, обидно, и не мешает мне любить тебя. Ты бы освежился, иди выкупайся. Объявили уже, что фабрика закрывается? Я не знаю. Не объявили, но рабочие знают. Почему? А кто сказал им? Я пошел и сказал. Зачем? Так, я им все говорю, если они меня слушают. Они меня любят, я думаю. Им приятно видеть, что брат их хозяина пьяница. Это должно внушать идею равенства. Да, ты, Яков, часто бываешь на фабрике. Я против этого, конечно, ничего не имею. Но Михаил Васильевич говорит, что иногда в разговоре с рабочими ты осуждаешь порядки на фабрике. Это он врет. Я ничего не понимаю в порядках и беспорядках. А и еще он говорит, что иногда ты приносишь с собой водку. Врет. Не приношу, а посылаю за ней. Ну, и не иногда, а всегда. Ты же понимаешь, что без водки я им не интересен. Яков, посуди сам, ведь ты же брат хозяина. Это не единственный мой недостаток. Ну, я молчу, молчу. Вокруг меня создается какая-то непонятная мне атмосфера враждебности. Да, ты послушал бы, что здесь говорила Надежда. Позвольте сказать. Что? Позвольте сказать. Сейчас убит господин директор. А! Совершенно. Убит упал? Кто стрелял? Рабочий. Ну, схватили. И доктор, да? Я не знаю. Яков Иванович, ну идите, Яков, иди, милый, иди скорее. Ну как же это случилось? Господин директор были в ажитации и попали ногой в живот рабочего. Да. Идут! Вот сюда! Боже мой, боже мой. Скорее. Ты видел, кто стрелял? Ты заметил, кто стрелял? Какой-то рыжий. Вы слышали? Слышите? Теперь все равно. Вы бы не тревожили его в такую минуту. Ну, молчать. Где доктор? Доктор, где, я спрашиваю? Ну, кричи. Дайте отдохнуть. Ничего, Михаил Васильевич, отдохните, отдохните. Эх, дела человеческие, копеечные дела, из-за копейки пропадаем. Она и мать нам, и смерть наша. Урядник, попросите удалиться всех лишних. Слушаюсь. Ну, пошел. Пошел. Нечего тут следить. Миша. Миша! Мне кажется, он скончался. Да. Не может быть. Это обморок. Нет. Вы понимаете, Захарова, он умер. Но ведь вы же можете ошибиться. Нет, это вы его поставили под выстрел. Вы! Я? Как жестоко, глупо. Да, вы! Позволь. Что? Где господин директор? Тяжело ранен? Умер. Торопил всех, а сам вот и. Он успел сказать, что в него стрелял какой-то рыжий. Рыжий? Да, примите меры немедленно. Слушаюсь. Немедленно собрать всех рыжих. Слушаюсь! Дело. Миша.
Обморок. Николай Васильевич, это обморок. Умер? Нет! Убили! Нет! Успокоился, он пистолетом грозил, от пистолета против него и обернулся. Убили! Дорогая моя! Идите прочь! Ведь это ваше дело, ваше! Я понимаю, вы поражены, но зачем же так-то? Дорогая моя, это так страшно. Это вы убили его вашей проклятой дряблостью. Успокойтесь, вы! Успокойтесь, Клеопатра. Захар Иванович не может не создавать своей вины перед нами. Господа, я не понимаю, что вы говорите. Разве можно бросать такое обвинение? Это так безжалостно. А, безжалостно? Это вы натравили на него рабочих. Это вы уничтожили среди них его влияние. Они боялись его. Они дрожали перед ним. И вот они убили. Это вы. Вы виноваты. На вас его кровь. Довольно, довольно. Не надо кричать. Не надо. Плачете. Пусть она из глаз ваших потечет, его кровь. Ваше благородие! Тише ты! Рыжие! Готовы! Тише! Что? Убийцы! Все человеческое на земле медью отравлено, барышня. Может, отчего скучно о душе вашей молодой. Все люди связаны медной копейкой, а вы свободны еще, и нет вам места в людях. На земле каждому человеку копейка звенит, возлюби меня, яко самого себя. А вас не касается. Птичка не сеет, не жнет. Левшин-то и господ учить начал, чудак. Что ж, он правду говорит. Немножко правды и господам знать надо. Димыч, вам очень тяжело жить, да? Мне не очень. У меня детей нет. Баба есть, это жена, значит. А дети все померли. Душа моя, Господи, вся внутренность моя, святое имя его. Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний его. Он прощает все неправды твои. Ефимыч, а почему, когда в доме покойник, все говорят тихо? Это потому, барышня, что виноваты мы перед покойником. Кругом виноват. Не всегда, Ефимыч, людей вот так вот убивают. А при всяком покойнике как-то тихо говорят. Милая, всех мы убиваем. Которых словами, которых пулями. Всех мы убиваем делами нашими. Вот гоним людей со свету в землю, ты не видим этого, не замечаем. А вот когда бросим человека смерти, вот тогда и поймем немножко свою вину перед ним. И станет жалко умершего. Да, стыдно перед ним. Страшно в душе. Вот и нас так же гонят, и мы в могилу приготовлены. Страшно. Ничего, вот теперь страшно. А завтра все пройдет. И опять начнут люди толкаться. И вот упадет человек, который затолкает-то. Все замолчат, так сконфузятся. Вздохнут, и опять за старое. Опять своим путем. А вот вы, барышня, этого не чувствуете. Вам и покойники не страшны. Вы при них можете громко говорить. Что нужно сделать, чтобы жить иначе? Вы знаете? Копейку надо уничтожить. Схоронить ее надо. Ее не будет, зачем же враждовать? Зачем теснить друг друга? И это все? Ну, для начала хватит. Может, еще чашечку чаю хотите? Это можно.
Да. Вот так, видите, вот так. Вот. А через дорогу надо протянуть веревку, но так, чтобы ее не было видно. Приятно видеть, ваше зрение, когда человек падает. Вот. Сегодня этого ничего нельзя. Что? Покойник в доме. А при покойнике не шутят. Да ты что, меня учить, что ли? Да я, когда ты поврешь, я плясать вот, стану. Вот так, отсюда. Не вот здесь. Стар человек. Ох, да чего озорничать, любит. Да. Ефимыч, скажите, вы социалист? Я-то? Нет. Мы с Тимофеем ткачи. Ткачи мы. А вы знаете социалистов? Слышали о них? Знать не знаем, слыхали, да. Вы Сенцова знаете, конторщика? Знаю. А мы у всех служащих знаем. Ну, говорили с ним. Ну, а о чем нам с ними говорить? Они вон, наверху, а мы внизу. Да. Вот придешь в контору, они нам и скажут, что директор велел. Да. И все, вот и знакомство. Ефимыч, мне кажется, вы нас боитесь. А вы не бойтесь, нам просто интересно. Да чего бояться, ведь мы ничего дурного не сделали. Вот нас позвали суды для охраны порядка, мы пришли. Там народ, который разозлился, говорит, фабрика, говорит, сожжем. И все, говорит, сожжем, одни угли останутся. Да? Да. А мы против безобразия. Зачем жечь? Жечь ничего не надо. Сами же мы строили. И отцы наши, и деды, и вдруг жечь. Нет. А вы не думаете ли, что мы расспрашиваем вас каким-нибудь злым умыслом? Зачем? Мы зла не желаем. Мы так думаем. Что сработано, то свято. Труды людские ценить надо по справедливости, а не жечь. Но народ Тёмин огонь любит. И ее возлились, а? Я говорю, возлились, а? Покойничек-то не кем будь помянут, строгоник был с нами. Что ж он пистолетом махал, угрожал, а? Ада, ну что говорить? А вот дядя, он лучше? Захар Иванович-то? Да, он добрый или он тоже обижает вас? А мы этого не говорим. Для нас все одинаковые. И строгие, и добрые. Да, и строгий хозяин, и добрый хозяин. Болезнь людей не разбирай. Ну, конечно, Захар Иванович человек с сердцем. Вот, он, значит, лучше Скроботова. Да ведь директора уж нет. Дядюшка ваш барышня мужчина хороший. Хороший. Только он... нам нет от его красоты не легче. Пойдем, Надя, они не хотят понять нас. Ну. Ты видишь. Да. Оттянут за душу. Да. Интересно видишь им. Может, думает, сболтнул чего-нибудь. Во-во. Нет, девчонка хорошая. Жаль, богатая. Матвей Николаевичу надо сказать. Барыня, мол, расспрашивает. Скажем, скажем. И Митяйке Грекову скажем. Эх, как-то там, а? Ведь должны же нам уступить. Да, уступят. А погодя опять наступят. На горло нам. Ну, а как же? Да. Пойди, погоди. Генерал идет. Ой-ой-ой. Ямочка. А что ты на столе? Дрянь какая-то. А что, вы ели? Так точно. Барышня тоже кушали. Ну и что же? Храните? Так точно, караулим. Ну, молодцы. Я скажу про вас губернатору. Сколько вас? Двое. Дурак. Так. На. Да. Я умею считать до двух. Ну. Сколько всех? Человек 30 будет. Оружие есть? Тимофей, где пистолет-то? Да вот он. И ты чё? Ты не бери задума. Конь, научи этих болванов, как надо держать оружие в руках. Слушай. У тебя есть револьвер? У меня нет, нет. Смирно! Если мятежники придут, стрелять будете? Они не придут. Так-то погорячились они, ну и прошло. А если придут? Обиделись очень по случаю закрытия фабрики. А некоторые детей имеют. А что ты мне поешь? Что ты мне поешь? Я тебя спрашиваю, стрелять будете? Мы готовы. Ну? А чего же не пострелять? Только не умеем мы, да и не еще. Хорошо бы из пушек, либо из ружей. Вот. Конь, научите их стрелять. Ступайте к реке. Докладываю вашему превосходительству. Ночь теперь. Угу. Произойдет возбуждение, ежели стрелять. Угу. Прилетит народ. Да. А мне как прикажете?
возбуждение. Отставить. Ну вот, завтра будет все спокойно, фабрику откроют. Это что же, откроют? Захар Иванович. Они сейчас собеседуют с рабочими. Я бы эту фабрику закрыл бы раз и навсегда. Зачем? Не свисти рано утром. Вот попозднее-то и нам бы лучше было. А вас бы всех морил бы голодом. Не бунтуй. Разве мы бунтуем? Молчать. Мы не бунтуем. Молчать. Я говорю, молчать. Вы чего здесь торчите? Вам надо ходить вон там вдоль забора, если кто полезет, стрелять. Отвечай. Я отвечаю. А, ну пойдем, Тимофей. Пистолет захвати. Пистолет захвати. Ну, да. Черт тебе. Ослых зеленого. Даже оружие правильно назвать не умею. Осмелюсь доложить вашему превосходительству. Да. Народ вообще грубый и зверский. Да. Возьму свой случай. Ну? Имея я огород, да, собственноручно развожу в нем овощи. Вот это похвально. Да, работаю по мере свободного времени. Так работать все должны. Зачем вы так кричите? Ты меня раздражаешь. Ну, пожалуйста. Пожалуйста. Да. Ну, да. Но почти... Каждую ночь рабочие похищают плоды моих трудов. А, ворую. Именно. Ну, да. Ищу защиты закона. Но он и представлен здесь господином становым приставом. Личностью, равнодушной к бедствиям населения. Да. Послушайте, Пологой, почему вы разговариваете таким глупым языком? Я? Угу. Извините, но я... 3 года учился в гимназии и ежедневно читаю газеты. Вот что! Вы очень смешной, Пологов. Если это вам приятно, я очень рад. Человек должен быть приятным. Да-да, Борисов. Вы рыбу удить любите? Не пробовал, ваш присоединитель. Очень странный ответ. Чего не пробовали? Удить или любить? А первое? А второе? Второе пробовал. Вы женаты? Только мечтаю об этом, но получая 25 рублей в месяц, не могу решить. А, ручи-то почти. Нечто изумительное, полный хаос. Как он смеет? Как он мог? Ты кто такой? В чем дело? Ваш племянник Тряпка. Конечно. Он согласился на все требования бунтовщиков. Убийц моего мужа. Разве они все убийцы? Так в умлении на трупы и надо мной. Открыть фабрику в то время, когда еще не похоронен человек, которого эти мерзавцы убили. Именно за то, что он закрыл фабрику. А дядя боится, что они все сожгут. Вы ребенок, и должны молчать. Да, речь этого мальчишки, это же явная проповедь социализма. Какой-то конторщик всем распоряжается. Дает совет. Осмелился сказать, что убийство было вызвано самим покойным. Да, этот человек подозрителен. Он слишком умен для конторщика. Вы говорите о Сенцове? Именно. Я чувствую, как будто мне плюнули в лицо. Позвольте заметить. Да. Читая газеты, господин Сенцов всегда рассуждает о политике и очень пристрастно относится к властям. Вам это интересно слышать? Да, интересно. Вы думаете меня смутить? Я думаю, что господин Пологой лишний здесь. Извините, я уйду. Он идет сюда. Не хочу. Не могу его видеть. Нет, нет, я слишком стар для такой канитель. Убивают, бунтуют. Пригласив меня сюда отдыхать, Захар должен был предвидеть, что я человек уже в годах. Ну, слушай, дорогой племянник, ты понимаешь свои поступки? Постойте, дядя, одну минуту, я вас прошу, ну, постойте. Ты понимаешь? Ну, постойте, дядя, ну, погодите минуту. Николай Васильевич. Да-с? Николай Васильевич, рабочие были так возбуждены, не боясь разгрома фабрики, я удовлетворил их требования не прекращать работы. А также насчет Дичкова. Но я поставил им условие выдать преступника, и они уже... принялись искать его. Они могут не беспокоиться об этом. Мы найдем убийцу без их помощи. Мне кажется, лучше, если они сами... Фабрику мы решили открыть завтра с полудня. Кто это мы?
Я благодарю за сообщение. Но мне кажется, что после смерти брата его голос переходит ко мне и к его жене. Если я не ошибаюсь, вы должны были посоветоваться с нами, а не решать вопросы единолично. Да, но ведь я приглашал вас. Сенцов ходил за вами, вы отказались. Согласитесь, что в день смерти брата я не могу заниматься делами. Но ведь вы же были там на фабрике. Да? Да, был. Слушал эти речи. Что из этого? Поймите. Покойный, оказывается, отправил в город телеграмму. Он просил солдат. Ответ получен. Солдаты придут завтра до полудня. А, солдаты? Это другое дело, это не шутка. Мера разумная. Не знаю. Придут солдаты, настроение рабочих повысится, и бог знает, что может случиться. Нет, мне кажется, я поступил разумно. Возможность кровавого столкновения теперь исчезла. Да, у меня иной взгляд. Вы не должны были уступать этим людям хотя бы из уважения к памяти убитого. Ах, боже мой! Но ведь... Вы же ничего не говорите о возможной трагедии. Это меня не касается. Да, но я должен жить с рабочими. И если прольется их кровь, наконец, они могли разбить всю фабрику. В это я не верю. И я тоже. Итак, вы осуждаете меня? Да, осуждаю. Уж бы зачем? Зачем вражда? Я ведь хочу одного. Хочу избежать возможного. Я не хочу крови. Неужели неосуществимо мирное и разумное течение жизни? А вы смотрите на меня с ненавистью, рабочие с недоверием. А я же хочу добра, ведь только добра. А что такое добро? Это даже не слово, а буква. Глаголь добро, а дело дело. Нет, а? Подождите, дядя, я прошу вас, успокойся, пожалуйста. Ну что делать, если он не понимает? Николай Васильевич, ну вы такой умный, почему же вы не верите дяде? Извините, Захар Иванович, я ухожу. Я не могу вести деловые разговоры с участием детей. Николай Васильевич. Николай Васильевич. Вот видишь, Надя. Ну и пусть. Самое главное, чтобы рабочие были довольны. Ты знаешь, дядя, их много. Да. И гораздо больше, чем постой. Нас. Постой, я должен серьезно поговорить с тобой. Я очень недоволен тобой. Вот, и я тоже. А ты молчи, дядя. Подожди, дядя. Ты симпатизируешь рабочим. Это естественно в твои годы. Однако не надо терять чувство меры, дорогая моя. Вот ты утром привела к столу этого Грекова. Грекова? Ну, я знаю его, он очень развитой парень. Очень. Да. Но, однако, тебе не следовало из-за него устраивать тете сцену. Вот ты хорошенько ее. Ты молчи, дед. Дядя, ты не знаешь, как было дело. Я знаю больше тебя. Народ наш груб, некультурен. И если протянуть ему палец, он хватает всю руку. Как утопающий соломинку. Ну да. Да. Да нет. В нем много животной жадности. И его надо воспитывать, кормить, а не баловать. Вот ты, пожалуйста, подумай об этом. Хорошо. Подумай, Надя. Теперь я скажу. Ты разговариваешь со мной, черт его знает как, девчонка. Я напоминаю тебе, что моей ровесницей ты будешь лет через 50. И тогда, может быть, я могу разрешить тебе разговаривать со мной как с мамой. А сейчас это просто какая-то... Надежда! Конь! Где вот этот вот штопор? Какой штопор? Да который был здесь, ну этот плоской, ползучий. Пологой? Пологой. Не могу знать. Ну так найти его! Слушай. Найти его! Слушай. Скажи. Известно, кто убил. Они говорят, не знаем, но найдем. Да, конечно, они знают. Я думаю, это коллективное решение, заговор. Сказать по правде, покойный раздражал их, даже издевался над ними. В нем была такая болезненная особенность. Он любил власть.
И вот они ужасно, ужасно своей простотой убили человека и смотрят такими ясными глазами, как бы совершенно не понимая своего преступления. Так страшно просто. Но говорят, Скроботов хотел стрелять, но да, кто-то из них вырвал. Ведь все равно убили-то они, а не он. Зачем он вызвал солдат? Они узнали об этом. Они все знают. И это ускорило его смерть. Но я, конечно, я должен был открыть фабрику. В противном случае я надолго бы испортил мои отношения с ним. Теперь такое время, когда к ним надо относиться более внимательно и мягко. И кто знает, чем это кончится. Ах, в такие эпохи разумный человек должен иметь друзей в массах. Это кто там? Кто идет? Мы ходим, охраняем. А, ты, Ефимыч? Мы. Ну что, убили человека и теперь стали такие тихие, смирные. Ведь мы, Захар Иванович, всегда такие смирные. Да, и смиренно убиваете. Вот, кстати, ты, Левшин, ты что-то там проповедуешь, какое-то новое учение, не нужно денег, не нужно хозяев и прочее. Ведь это все простительно. То есть понятно, у Льва Толстого. А для тебя ведь из таких разговоров ничего хорошего не будет. Да я что говорю, я ведь пожил, подумал, то и говорю. Ну. Да, да ведь надо понять. Что? Хозяева не звери. Ты знаешь, я человек не злой. Я всегда готов помочь вам. Я желаю добра. Кто себе зла желает? Я не себе, я вам добра желаю. Нет, мы понимаем. Да, на самом деле, ничего вы не понимаете. Нет, Захар. Странные вы люди. Нет, то дети, то звери. Захар. Да нет, ну что, что говорить-то? Говоришь, а что с вами? Как опять проповедь читал. Да. Китаец. Чисто китаец. А что говорит-то? Ничего, кроме себя, понять не может. Добра, говорит, хочу. Господь на небесах поставил престол свой, и царство его всем обладает. Благословите Господа. Ходим мы, ходим, кружимся. Точно во сне. Матвей Николаевич, хотите закусить? Нет, спасибо. Вот чашку чаю я бы попросил. Пожалуйста. Ты сегодня говорил, даже горло болит. Матвей Николаевич, а вы ничего не боитесь? Я? Да. Ничего. Ох, а мне страшно. Как-то все перепуталось. Я уж даже не знаю, где хорошие люди, где дурные. Распутается. Только не бойтесь думать. Думайте бесстрашно. До конца. Вообще бояться нечего. Вы полагаете, все успокоилось? Да. Рабочие редко побеждают, и даже маленькие победы дают им большое удовлетворение. А вы их любите? Это не то слово. Я долго с ними жил. Знаю их, вижу их силу, верю в их разум. И в то, что им принадлежит будущее. И в это? Будущее. Вот чего я себе не могу представить. Они очень хитрые, эти ваши пролетарии. Мы с Надей пытались с ними говорить, а вышло глупо. Да, старик говорил с нами так, будто мы какие-то нехорошие люди. Ну, шпионы, что ли. А вот здесь есть другой, Грияков. Вы знаете, вот он совсем по-другому смотрит на людей. Да. Не пей так много, Яков. Неприятно смотреть? А что же мне делать? Ну, разве уж нечего? Это отвращение. Непобедимое отвращение к деловитости и делам. Я, видите ли, человек третьей группы. Как? Так уж. Все люди делятся на три группы. Одни всю жизнь работают, другие копят деньги,
А третьи не хотят работать для хлеба. Это же бессмысленно. И не могут копить денег. Это глупо и неловко как-то. Так вот, я из третьей группы. К ней относятся все лентяи, бродяги, монахи, нищие и другие приживалы мира сего. И скучно ты говоришь, дядя. И вовсе ты не такой. Ты же добрый, мягкий. То есть никуда не гожусь. Это я понял еще в школе. Люди уже в юности делятся на три группы. Надя верно сказала. Это скучно, Яков. Да. Согласен. Не надо. Матвей Николаевич, как вы думаете, жизнь имеет лицо? Может быть. Имеет. Оно всегда молодое. Еще не так давно жизнь смотрела на меня равнодушно. А теперь смотрит строго и спрашивает. Понимаете, спрашивает. Вы кто такой? Вы куда идете, а? Ты оставь это, пожалуйста, Яков. Вон прокурор гуляет. Мне бы не хотелось, чтобы ты при нем говорил. Хорошо. Могу я вас попросить стакан чая? Да, пожалуйста. Все чего-то ждут и боятся. Почему мне запрещают знакомиться с рабочими? Это глупо. Мне бы хотелось знать, почему рабочие не верят дяде. И вообще... Они верят только тем, кто обращается к ним с речами на тему «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». Вот в это они верят. Вот, когда я слышу вот эти слова, вот этот всемирный созыв, мне кажется, что мы на земле лишние. Конечно. Да. Так должен себя чувствовать каждый культурный человек. Но скоро, я уверен, на земле раздастся другой клич. Культурные люди всех стран, соединяйтесь. Пора кричать это, пора. Идет варвар, чтобы растоптать плоды тысячелетних трудов человечества. Он идет движимый жадностью. Душа у него в животе, в голодном животе. Картина, возбуждающая жажду. А идет толпа, движимая жадностью, организованная единством своего желания жрать. Что могут внести с собой эти люди? Ничего. Кроме разрушения. И заметьте, у нас это разрушение будет ужаснее, чем где-либо. Когда я слышу о рабочих, как о передовых людях, мне это странно. Это далеко от моего понимания. А вы, господин Сенцов, вы, конечно, не согласны с нами. Нет. Таня, а помнишь, старик говорил о копейке? Вот это очень просто. А почему вы не согласны, господин Сенцов? Иначе думаю. Вполне резонный ответ. Но, может быть, вы все-таки поделитесь с нами вашими взглядами? Нет, мне не хочется. Крайне сожалею. Утешаюсь надеждой, что когда мы с вами встретимся еще раз, ваше настроение изменится. Яков Иванович, если можно, проводите меня. Мне до такой степени расстроены нервы. Пожалуйста, пожалуйста. Этот прокурор противная фигура. Кстати, он что-то записывал себе в книжку о вас? Вероятно, записывал. Беседует с Пологим вообще. Работает. Татьяна Павловна. У меня к вам есть просьба. Пожалуйста. Если смогу, то я сделаю с удовольствием. Спасибо. Вероятно, вызваны жандармы? Да, вызваны. Значит, будут обыски. Вы не поможете мне кое-что спрятать? Вы думаете, будет обыск? Наверное. И могут арестовать? Не думаю. А за что? Говорил речи. Но ведь Захар Иванович знает, что в этих речах я призывал рабочих к порядку. А в прошлом у вас ничего?
У меня нет прошлого. Так вот, поможете вы мне? Я бы не беспокоил вас, но я думаю, что все, кто мог бы спрятать эти вещи, завтра будут обысканы. Я буду говорить откровенно. Мое положение в доме не позволяет мне смотреть на комнату, отведенную мне, как на мою. Не можете, значит? Ну что ж. Не обижайтесь на меня. О, нет, ваш отказ понятен. Подождите. Я переговорю с Надей. Стоит ли? Кто это? Это кто? Это я. Вы одни? Да, там ходят люди. Что на фабрике? Вы знаете, они решили найти стрелявшего. Теперь там производят следствие. Некоторые кричат, социалиста убили. Вообще запела шкура свою скверную песню. Вы знаете, кто? Акимов. Неужели? Не ожидал. Такой славный, разумный парень. Горяч он. Хочет заявить. А у него жена, ребенок, другого ждут. Сейчас я говорил с Левшиным. Он, конечно, сочиняет фантазии. Надо, говорит, подменить Акимова кем-нибудь помоложе. Чудак. Но как это досадно. Вот что, Греков, зарывайте все в землю, спрятать негде. Я нашел место. Телеграфист согласился все взять. Вам бы, Матвей Николаевич, уйти отсюда. Нет, я не уйду. Арестуют вас? Ну что ж, а если я уйду, это произведет скверное впечатление на рабочих. Да, это так. Жалко. Уха. Вот Акимова жалко. Да и ничем не поможешь, хочет заявить. А смешно на вас смотреть. В роли начальника охраны хозяйской собственности. Что поделаешь? Команда моя спит, наверное. Нет, собрались с кучками, рассуждают. Хорошей ночи. Я бы тоже ушел, да вот жду. Слышите, Греков, вас, наверное, тоже арестуют. Посидим. Я пошел. До свидания. Не трудитесь, Татьяна Павловна, все устроилось. Мне, право, очень грустно. Доброй ночи. Ты почему не идешь спать? Не хочу. Я думаю уехать отсюда. Да, а вот мне некуда ехать. Я уже проехал мимо всех континентов и островов. Здесь тяжело. Все качается и странно кружит голову. Приходится лгать, а я этого не люблю. Ты этого не любишь, к сожалению. Для меня, к сожалению. Сейчас я солгала. Надя, конечно, согласилась бы спрятать эти вещи. Но я не имею права толкать ее на такую дорогу. О ком ты говоришь? Я... Так это... Странно все. Еще недавно жизнь была ясна. Желание определен. Как хочется других людей. Более отзывчивых. Другой жизни. Не такой суетливой. Жизни, в которой бы искусство было всегда необходимо. Всем и всегда. Чтобы я не была лишней. Зачем ты так пьешь? Это убило тебя. Ты был красив. Стой. Чувствуешь, как мне тяжело? Как бы я ни был пьян, я все понимаю. Мозг с проклятой настойчивостью работает всегда. А передо мной морда. Широкая, неумытая морда с огромными глазами, которые спрашивают. Ну, понимаешь, она спрашивает только одно слово. Ну! Таня, иди туда, это клетка.
Клеопатра, она сошла с ума, она всех оскорбляет. Может быть, ты успокоишь ее? Отстаньте вы от меня с вашими дрязгами. Съешьте скорее друг друга, но не мечитесь, не путайтесь под ногами у людей. Что ты, Бог с тобой? Что вам нужно? Чего вы хотите? Она идет сюда. Тут ходят мужики, она будет кричать. Таня, я прошу тебя, я кажется, сойду с ума. Ну что же это? Убежите, я вас заставлю выслушать меня. А, вы заигрывали с рабочими, вам нужно было их уважение. И вы бросаете им жизнь человека, точно кусок мяса злым собакам. Вы гуманисты за чужой счет, за счет чужой крови. Что она говорит? Что она говорит? Сударыня. Мы порядочные люди и не позволим кричать на нас женщине с такой репутацией. Полина! Ой, молчи, Боже, ради Бога, ради Бога, молчи. Почему вы порядочные люди? Потому что болтаете о политике, о несчастьях народа, о прогрессе гуманности, да? Клеопатра Петровна, довольна. Я не говорю с вами, нет. Вы здесь лишние, это не ваше дело. Мой муж был честный человек. Прямой и честный. Он знал народ лучше вас. Он не болтал, как вы. А вы вашими подлыми глупостями предали. Убили его! Да уйдите вы! Ну куда же мы уйдем? Я сама уйду. Вы ненавистны мне. Все ненавистны. Вот бешеные бабы-то, а? Надо уехать, надо бросить все. Да. Так оскорблять людей. Да и почему она так? Если бы она любила мужа и жила с ним в мире, да. А то каждый год меняет подвал любовника и в то же время кричит. Надо продать фабрику. Бросить, продать, это не так, не то. Нужно подумать, хорошенько подумать. Мы сейчас с Николаем Васильевичем говорили, а эта баба ворвалась и помешала нам. Он зол, Николай Васильевич. Я боюсь его. Он тебя обманет. Что, обмануть меня? Полина, все это пусто. Слишком озлоблен. В моих отношениях с рабочими я выбрал шаткую позицию. В этом надо признаться. Вечером, когда я говорил с ними... О, Полина! Это люди слишком враждебно настроены. А, я говорила тебе, говорила. Да. Они всегда враги. Да, нам все враги. Все завидуют нам, оттого и бросаются на нас. Отчасти это так, конечно. Вот Николай Васильевич говорит, не борьба классов, а борьба рас, белые и черные. Разумеется, это грубо, это натяжка. Но если подумать, что мы, культурные люди, создали науки, искусство и прочее, равенство... Физиологическое равенство. Хорошо. Хорошо. Сначала будьте людьми, приобщитесь к культуре, а потом будем говорить о равенстве. Захар, это у тебя что-то новое. Это схематично, недодуманно. Ты слишком мягок, мой друг. Вот от чего тебе так трудно. Да, мы мало знаем и часто удивляемся. Вот Сенцов, например, ведь он расположил меня к себе, такая простота, такая ясная логика. Оказывается, он социалист, вот откуда простота и логика. Да-да, он обращает на себя внимание, такое неприятное лицо. А да, еще этот рабочий Греков ужасно заносит. Да, мы сейчас с Николаем Васильевичем вспомнили его речь. Ну? Мальчишка так говорит, с таким нахальством. Боже мой, такая потому... Ты себе просто представить себе это не можешь. Ну? Тут пошок. Дело товарищеское. Знаю я. Дело, брат, общее, человеческое. Теперь всякое... Хорошая душа большую цену имеет. Поднимается народ разумом-то, думает, слушает, читает. Вот люди, которые кое-что поняли, у меня дороги. Это верно, Пашок. Знаю я. Ну что ж, я пойду. Не, зря ходить никуда не надо. Надо понять. Вот ты молодой? Молодой. А это каторга. А ничего, я убегу. А может, не каторга? Для каторги. Года не вышли. Мы будем говорить каторга, потому что в этом деле страшнее лучше.
Если человек каторги не боится, значит, он решил твердо. Я решил. Погоди. Подумай. Да чего мне думать? Убили, так кто-нибудь должен терпеть за... Вот, верно, должен. Вот ты не пойдешь. Многих потревожат. Лучших, которые дороже тебя для товарищеского дела, Пашка. Я ничего не говорю, я хоть молодой, а я понимаю, нам надо цепью крепче друг за другом. Ну, верно. Соединимся, окружим, тиснем и готово. Ладно, а чего? Я один, мне и следует. Только противно, что за такую кровь. За товарищей, а не за кровь. Нет, я про то, что человек-то он был ненавистный, злой очень. А злого и убить. Добрый он людям не помех, он сам помрет. Ну, все. Так значит, завтра утром скажешь, да? Так чего до завтра? Я говорю, я иду. Нет, лучше завтра скажи. Ночь, как мать, добрая советница. А, ну ладно. Я пойду теперь. Ну, с Богом. Иди. Твердо иди. Эх, хороший народ, расти начал Тимофей. По погоде и урожай. Вот напрасно Андрей курок спустил. Что ты сделаешь убийством? Ведь ничего не сделаешь. Одного пса убить, хозяину другого купить. Вот не вся сказка. Эх, скорее бы распутать да. Жизнь-то. Ай-яй-яй-яй-яй. Жалей, что мы указа поделись, боялся своего, и он знает, что страшно отпомнится метра, ни смертного кострова, как смертного, то ли так он припет, пронесется на один ветер, и нет его, и нет его, уже не узнает его, а милый Господь ответа и добряха боящимся его, и правый его все нам тянул, хранящих завета его, и помнящих заповеди его, чтобы исполнять их, Господь на небесах поставил Христос свой, так его всем обладает. Благословите Господа ангела его, и крести и силы, исполняющих слово его, повинуть глаз и слово его. Благословите Господа воинство его, служители его, исполняющие волю его. Благослови душа моя Господа, Господи Боже мой, ты дивно велик, ты обличен величием, благолепием. Что мы будем ждать? Сколько? Сколько мы будем ждать? Чего? Вот и зал заседания. Чудесно. Конь, позовите вахмистра. Значит, вы здесь при исполнении служебных обязанностей. Да-да. И мы подаем это блюдо так. В центре этот, как его... Сенцов. Сенцов. А вокруг него пролетарии всех стран. Это радует душ. А милый человек здешний хозяин. Очень. У нас о нем думали хуже. Своячницу его я знаю, она играла в Воронеже. Превосходная актриса, должен сказать. Ну что, Квач? Все обыскали, ваше благородие. Ну и что же? Да ничего не оказалось, спрятали. Докладаю. Ну? Становой очень торопится и невнимателен к занятиям. Ну, конечно. Полиция всегда так. У арестованных нашли что-нибудь? У Левшина за образами оказалось. Принеси все в мою комнату. Слушай, молодой жандарм, ваше еще? Благородие... Ну? Ну, из драгун, который тоже невнимателен к занятиям. Ну уж это ты сам с ним справляйся. Слушай! Ха, вот знаете, птица этот Квач. С виду так себе, даже как будто глуп. А нюх собачий. Вы, Богдан Денисович, обратите внимание на этого конторщика. Как же, мы его прижмем? Да нет, я говорю о Пологом, а не о Сенцове. Ах, этот наш собеседник. Он вообще может быть очень полезен. Мы его пристроим. Хотите еще чаю? Благодарю вас с удовольствием. Красиво здесь, очень. Чудесная местность. А ведь я мадам Луговую знаю. Она играла в Воронеже. Да, кажется, играла. А что ваши обыски? Вы нашли что-нибудь? Все. Все нашли. Мы найдем, не беспокойтесь. У нас даже там, где ничего нет, всегда что-нибудь найдется. Покойник смотрел на все эти прокламации легко. Он говорил, что бумага не делает революции. О, это не совсем верно. И называл все эти прокламации предписания, исходящие из тайной канцелярии явных идиотов, к дуракам. Метко, хотя тоже неверно.
Ну вот они от бумажек перешли к делу. Вы будьте уверены, они понесут строжайшее наказание. Строжайшее! Меня это очень утешает. При вас мне как-то сразу стало легче, свободнее. Наша обязанность носить в общество бодрость. И так отрадно видеть довольно здорового человека. Ведь это редкость. У нас в корпусе жандармов все мужчины на подбор. Ты видела, как посмотрел на нас старик Ефимыч? Да, видела. Ой, как это нехорошо, как это стыдно. Николай Васильевич, зачем это все, а? За что их арестовали? Причин для ареста более чем достаточно. Я прошу вас, не ходите, пожалуйста, через террасу, пока хорошо. Там эти. И Сенцов арестован? И господин Сенцов арестован. Вот, 17 человек. Там у ворот плачут жены, а солдаты толкают их и смеются. Вы скажите солдатам, чтобы они хоть вели себя приличнее. Это меня не касается. Солдатами командует поручик Стрепетов. Обращайтесь к нему. Стрепетов? Хорошо. Хорошо, я скажу. Я скажу этому Стрепетову. Скажу. Послушайте, кладбище законов. Как вас называет генерал? Генерал не кажется мне остроумным человеком. Я бы не повторял его острот. Я ошиблась. Он называет вас гроб законов. Вас это сердит? Просто я не расположен сегодня шутить. Будто вы такой серьезный. Напоминаю вам, вчера убили моего брата. Да вам-то что до этого? Позвольте. Не надо никаких ужимок. Вам не жалко брата? Вам никого не жалко? Вот как мне, например. Смерть, то есть неожиданность смерти, на всех скверно действует. Но, уверяю вас, вам ни одной минуты не было жалко брата настоящей человеческой жалостью. Нет ее у вас. Это интересно. Но что вы хотите от меня? Вы не находите, что мы с вами родственные души? Нет? Напрасно. Я актриса. Человек холодный, желающий всегда только одного – играть хорошую роль. Вы тоже хотите играть хорошую роль и тоже бездушное существо. Скажите, вы хотите быть прокурором, а? Я хочу, чтобы вы кончили это. Нет, я не способна к дипломатии. Я шла к вам с целью. Я хотела быть любезной с вами, обворожительной. Но увидела вас и начала говорить дерзости. Вы всегда вызываете во мне желание наговорить вам дерзких слов. Ходите вы или сидите. Говорите или молча осуждаете людей. Да. Я хотела просить вас. Догадываюсь, о чем. Может быть. Но теперь это уже бесполезно, да? Теперь или раньше все равно. Господин Сенцов скомпрометирован очень сильно. Вы чувствуете маленькое удовольствие, говоря мне это, так? Да, не скрою. Вот видите, как мы похожи с вами друг на друга. Я тоже очень мелочная и злая. Скажите, господин Сенцов всецело в ваших руках? Именно в ваших? Конечно. А если я вас попрошу освободить его?
это не будет иметь успеха. Даже если я вас очень попрошу. Все равно. Удивляюсь вам. Да? Почему? Вы красавица. Женщина, несомненно, оригинального склада ума. У вас чувствуется характер. Вы имеете десятки возможностей устроить свою жизнь красивую, роскошную. И занимаетесь каким-то ничтожеством. Эксцентричность – болезнь. И всякого интеллигентного человека вы должны возмущать. Кто ценит женщину, кто любит красоту, тот не простит вам подобных выходок. Итак, я осуждена. Увы. Сенцов тоже? Вечером этот господин поедет в тюрьму. Решено? Никаких уступок из любезности к даме? Не верю. Если бы я сильно захотела, вы отпустили бы Сенцова. Попробуйте захотеть. Попробуйте. Не могу. Не умею. А все-таки скажите правду. Сказать однажды правду — это нетрудно. Вы отпустили бы? Не знаю. А я знаю. Какие мы с вами оба дряни. Однако есть вещи, которые нельзя прощать и женщине. Ну что там, мы одни, нас никто не слышит. Ведь я имею право сказать вам и себе. Прошу вас, я не хочу более слушать. А все-таки вы цените эти ваши принципы ниже поцелуя женщины. Я уже сказал, я не желаю вас более слушать. Так уйдите. Раз я вас держу? Солдат никогда не обижает женщину, даем честное слово. Женщина для него святыня. Святыня, вот вы сейчас увидите. Это невозможно. Только в армии еще сохранилось рыцарское отношение к женщине. Вот, видите? Видишь ли, я. Но как же иначе? Тут реальность, необходимость. Что такое? Вот, отпивают меня. Все нападают на нас. Даже Яков Иванович всегда такой мягкий. Ну разве мы вызывали солдат, и никто не приглашал жандармов? Они всегда сами являются. Ну? Обвинять меня за эти аресты я не обвиняю. Ну, ты не говоришь прямо, но я чувствую, я чувствую. Я сижу, он подходит ко мне и говорит: ты что, брат? А я говорю: противно, брат, вот и все. Но ведь надо же понять, что пропаганда социализма в такой форме, как это делается у нас, нигде недопустима, нигде невозможна. Ну, конечно, занимайтесь политикой, это всем важно. Но при чем тут социализм? Вот что говорит Захар, и он прав. Ну какой же социалист старик Левшин? Он просто заработался и бредит от усталости. Вот они все бредят. Надо щадить людей, господа. Мы так измучены. А ты думаешь, мне не тяжело, что вот у меня в доме устроили судилище? А все это затея Николая Васильевича. А спорить с ним после такой драмы было бы невозможно. Вы слышали? Убийца найден. Сейчас его приведут сюда. Ну вот. Кто это? Какой-то мальчишка. Я рада. Может быть, с точки зрения гуманности это нехорошо, но я рада. Если это мальчишка,
Я бы велела его пороть каждый день до суда. А где Николай Васильевич? Вы не видали? Николай Васильевич у себя? Не знаю. Стоят все как мокрые курицы. Неприятно, дядя. Что, жандармы, да? Этот ротмистр, это порядочный нахал. Мне хочется сыграть с ним шутку. Вы не знаете, не останется здесь ночевать? Не знаю, едва ли. А, то хорошо бы, когда он ляжет спать, ведро холодной воды на него. Нет, у нас всегда поступали так в корпусе с трусливыми кадетами. Это страшно смешно, когда вдруг голый, мокрый человек вдруг прыгает и орёт. Бог знает, что вы говорите, генерал. Это ротмистр, очень порядочный человек и удивительно деятель. Явился и всех переловил. Это надо ценить. Ну да. Для нее все мужчины с большими усами порядочные люди. А по-моему, каждый должен знать свое место. В этом порядочность. Ой! Она положительно чувствует себя здесь хозяйкой. Вы посмотрите, как она себя держит. Невоспитанная, грубая. Ах, скорее бы все это кончилось. Так хочется покоя, мира, нормальной жизни. Тетя Таня! Тетя Таня! Ты знаешь, он глупый, этот поручик. И он, должно быть, бьет солдат. Он кричит, делает страшные глаза. Дядя, надо, чтобы к арестованным пустили жен. Здесь есть 5 человек женатых. Ты пойди, скажи этому жандарму. Оказывается, он здесь главный. Да. Ну, да, пойди. Видишь ли, Надя? Ну, я вижу, что ты никуда не идешь. А ты пойди, скажи. Скажи, но пожалуйста. Но я думаю, что это бесполезно. Ну, почему? Надя, Надя, пожалуйста. Ты всегда всех тревожишь. Это мы всех тревожим. Мы ничего не делаем, а вот это все из-за нас. И солдаты, и жандармы, и бабы плачут. Это все из-за нас. И сядь. Сядь и успокойся. Ты ничего не понимаешь, ничего не можешь сделать. Да, а вот ты даже и сказать ничего не можешь. И не хочу я успокаиваться, не хочу. Твоя покойница-мать, говоря о тебе, была права. Ужасный характер. Да, она была права. Она работала и ела свой хлеб. А что делаете вы? Чей хлеб вы едите? Вот, начинается. Надежда, я прошу тебя оставить этот тон. Что за окрики на старше? Вы не старший, просто старые вы, вот и все. Таня, это все твои идеи, и ты ей должна сказать, что она глупая девочка. Слышишь? Ты глупая девочка. Вот и все, что вы можете сказать. Вот удивительные люди. Вы даже защитить себя не можете. Вы, право, у себя в доме какие-то лишние. Да ты что, ты понимаешь, что ты говоришь? Ну, тетя, ну пришли к вам какие-то солдаты, дурачки с усиками, распоряжаются, хохочут, пьют чай, бабы плачут. Ну, а вы, ну при чем здесь вы? Да эти люди пришли защищать нас. Тетя, солдаты не могут защитить от глупости. Что? Тетя, прости меня. Нет. Ой, родная! Оставь меня! Милая, прости меня, пожалуйста! Идет к дяде. Скажет, что я глупа, строптива. Дядя будет говорить длинную речь, и все мухи умрут от скуки. Как ты будешь жить, не понимаю. Я не так. Но я ни за что так. Я еще не знаю, что я буду делать. Но вот я ничего не сделаю, как вы. Сейчас иду мимо террасы с этим офицером. А Греков стоит, курит, и глаза у него смеются. Вот видишь, а он знает, что его в тюрьму. Люди, которые знают, чего хотят, они ничего не боятся, им весело. А мне стыдно смотреть на Левшина, на Греков. Других я не знаю, но этих я никогда не забуду. Вот, идиот, этот дурачок с усищами. О,
Кого это вы пугаете? А? Это я вас боюсь. Вы пустите жен к мужьям? Нет, не пущу. Я злой. Конечно, если вы жандарм. А почему же вы не пустите? А сейчас невозможно. Вот потом, когда их повезут, я разрешу проститься. Ну, почему же невозможно? Это же от вас зависит. От меня? То есть нет. Прежде всего от закона. Ну, какой там закон? То есть... Я вас прошу, пустите, а? То есть как это? Какой закон? И вы тоже закон отрицаете? Ай-я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 й. Вы не говорите со мной так, я же не ребенок. Не верю. Закон отрицает только дети и революционеры. Ну, хорошо. Тогда я революционерка. Тогда вас надо в тюрьму. Арестовать и в тюрьму. Ну, не надо шутить. Я вас прошу, пустите. Не могу. Почему? Закон. Дурацкий закон. Это вы напрасно. Если вы не дитя, как вы говорите, вы должны знать, что закон установлен властью, и без него невозможно государство. Законы, власти, государство. Боже мой, но ведь это же все для людей. Прежде всего для порядка. Тогда это никуда не годится. Если люди плачут, и ваши законы, и власти, и государство, это никому не нужно, если люди плачут. Государство. Какая глупость! Государство? Зачем оно мне, ваше государство? Ничего не понимает, а говорит. Оригинальная барышня. Но опасное направление ума. Ее дядюшка, кажется, человек либеральных взглядов, да? Вам это лучше знать. Я не знаю, что такое либеральный человек. Ну, как же, это все знают. Неуважение к власти, вот и либерализм. А ведь я вас, мадам Луговая, видел в Воронеже. Как же. Наслаждался вашей тонкой, удивительно тонкой игрой. Ваше благородие, ведут того, который стрелял. Куда прикажете? Сюда. Веди их всех. Позови товарища прокурора. Слушаю. Пардон. Должен немного заняться делом. Вы будете допрашивать? Чуть-чуть, поверхностно, чтобы познакомиться с людьми. А. Маленькая перекличка, так сказать. Мне можно послушать? Вообще это у нас не принято в политических делах. Но это дело уголовное. Мы находимся не у себя, и мне хочется доставить вам удовольствие. Меня не будет видно. Я посмотрю вот отсюда. Великолепно. А я очень рад, что хоть чем-нибудь могу отплатить вам за те наслаждения, которые испытывал, видя вас на сцене. Я только возьму некоторые бумаги. Зачем руки-то связали? Развяжите. Ну, братцы, развяжите руки. Зачем же убежать человека? Не убежи! Для порядка надо. По закону требуют, чтобы виза. Не хочу я этого развязывать. Господин жандарм, можно? Парень смирный. Мы диву даемся. Как это он? Ну, молчай. Ничего, можно. Развяжи. Да вы напрасно его схватили. Когда там стреляли-то, он на реке был. Я его видел, и генерал видел. Ты чего ж молчишь, ты дурак? Ты говори, не я, мол, стрелял, чего ты молчишь? Это-то я. Ему, кавалер, лучше знать, кто. Я! Да врешь ты, пакостник! Ты в тот час в лодке по реке ехал и песни пел. Что? Это я после. Этот? Так точно. Нет, не он, не он. Бач, откуда старик? Все стоит, прикинировали. Убрать? Слушай. Не хватай, не хватай! Я сам солдат. Стойте, Богданич. Стойте, Квач. Стой, Квач. Это ты убил директора? Я. За что?
Он нас мучил. Как тебя зовут? Павел Рябцов. Конь, так вы говорите, что не он стрелял. Присягу приму не он. Мы с генералом видели его, и генерал говорил, хорошо бы опрокинуть лодку, чтоб выкупался. Ах ты, мальчишка, ты что же это делаешь-то, а? Конь, а почему вы так уверенно говорите, что именно в минуту убийства он был на реке? Так от того места, где он был, до фабрики в час не дойдешь. Я прибежал. Едет в лодке и песни поет. Убивший человека песни запоешь. Ты знаешь, что закон строго наказывает за ложные показания и за сокрытие преступника. Ты знаешь это? Мне все равно. Да? Ты убил директора? Я! Каков смирил? Да врет. Кавалер посторонний, вы тоже. Что такое? Я говорю, кавалер посторонним мешает. А ты что? Ты не посторонний? Я-то? Да, где ты причастен к убийству? Я раз барин зайца палкой убил, и то душа тосковала. Ну, да. Ну, молчать. Я и молчать. Вы молчать. А где револьвер, из которого ты стрелял? Не знаю. Да? А какой он, расскажи. Какой? Какие они бывают? Обыкновенные? Нет, ну, величины какой? Такой? Такой? Да, вот чуть поменьше. Ага, так. Богдан Денисович. Сукин кот, ты револьвера-то не видал. Богдан Денисович. Здесь скрыта какая-то пакость. Необходимо более строгое отношение к мальчишке. Оставим его до приезда следователя. Ведь он же сознается. Чего же еще? Мы с вами имеем подозрение, что это не настоящий преступник, а подставное лицо. Скажите, а? Да, это заговор. Коллективное преступление. Какие мерзавцы. Так вот, пусть вахмистр уведет его. Я сейчас на минуту выйду. Конь, вы пойдете со мной. Слушай. Где генерал? А генерал червей роет. О, бач. Убрать и смотри в оба, чтобы не... Слушай. Жандармы? Убрать. Ну, прощай, пошел. Ничего! Прощай, Мила, ничего! Держи! А ты, старик, а? Знаешь его? Как же не знать? Вместе работаем. Тебя как зовут? Ефим Флёвшин. Посмотрите, что сейчас будет. Садись, Лёш. Садись. Да ну что, я... Да, садись. Скажи мне, Левшин, правду. Ты человек старый, седой, должен говорить начальству только правду. Ну зачем же врать-то? Так вот скажи ты мне по чистой совести, что у тебя дома за образами спрятано? Правду говори. Да ничего там нету. Это правда. Да уж так. Плохо, Левшин, плохо. Ты вот человек седой, старый, а врешь, как мальчишка. Ведь начальство знает не только то, что ты делаешь. То, что ты думаешь, знает. Плохо, Левшин, плохо. Да. А вот ты мне скажи, что вот это вот у меня в руках? А? Не видать мне, слаб я глазами. А я скажу, это запрещенные правительством книжки, призывающие народ к бунту против государя. Ну-с, эти книжки взяты у тебя за образами. Так-с. Признаешь их своими? Да, может, и мои, а они ведь похожи одна на другую. Да как же ты, старый человек, лжешь! Да я вам, ваше благородие, сущую правду сказал. Вы спросили, что у меня дома за образами лежит, так? А уж раз вы спросили, значит, там ничего нет. Значит, вытащили. Вы и сказал, там ничего нет. Ну, зачем же убежать человек? Я этого не заслужил. Однако поменьше разговаривай. Ну, вот. Со мной шутки плохи. Кто дал тебе эти книжки? Ну, это зачем же вам знать-то? Вот этого я вам и не скажу. Да я и позабыл, откуда они. Вы уж, пожалуйста, не беспокойте себе-то.
так? Да. Хорошо. Алексей Греков? Который Греков? Ну, я. Вы привлекались к дознанию в Смоленске по делу о революционной пропаганде среди ремесленников? Да? Привлекался. Какой молодой и какой талантливый. Приятно познакомиться. Жандармы, выведите всех на террасу. Здесь стало душно. Аман! Левцов Иван! Сидоров Семен! Серов! Удивительно тупо эти господа представители закона устроили судилище. Николай Васильевич держится каким-то завоевателем. С другой стороны, что делать? Если нападают, надо защищаться. Сыро сегодня, холодно. Рано идет осень. Я убежден теперь, что его подкупили. Сами они не могли этого выдумать. Тут надо искать умного человека. Вы думаете, Сенцов? А кто же? Богдан Денисович! Я теперь окончательно убедился, что мальчишку подкупили. Какие мерзавцы! Вы понимаете? Извините, пожалуйста. Вы здесь. Еще что-то случилось? Вам это безразлично, я думаю. Вы слышали о Сенцове? Слышала. Да. Арестован. Я рада, что наконец выкосят с фабрики всю эту сорную траву. А вы? Я думаю, что вам безразлично, что я чувствую. Вы симпатизировали этому Сенцову? Клеопатра Петровна, вас просят примерить платье и принесли крэп. Иду! Нехорошо, неровно бьется сердце у меня. Не люблю быть больной. А я стоял за дверью и слушал. Говорят, это нехорошо подслушивать. Вообще нехорошо слышать, что говорят люди. Как-то жалко их. Вот что, Таня, я уезжаю. Куда? Еще не знаю. Прощай. Прощай. Напиши. Ужасно скверно здесь. Ты когда едешь? Сегодня. Уезжай и ты. А? Да. Да, я уеду. Чему ты улыбаешься? Мы, наверное, уже не увидимся более. Глупости. Ну, прости меня.
поцеловала меня. Точно покойника. Таня, пожалуйста, пойдем со мной в сад. У меня голова болит. Сейчас плакала, плакала, как дура. Если я пойду одна, я опять буду плакать. О чем плакать, девочка? Ни о чем. Мне досадно. Я ничего не понимаю. Кто прав? Дядя говорит, что он. Я почему-то не чувствую этого. Он добрый дядя. Вот, я тоже была уверена, что добрый. А теперь я не знаю. Когда он говорит со мной, мне кажется, что это я. Глупая и злая. А когда я начинаю спрашивать себя и думать, я ничего не понимаю. Если ты будешь ставить сама себе вопросы, то ты сделаешься революционеркой и погибнешь в этом хаосе. Милая, ты моя. Да, но ведь надо же кем-то быть. Но нельзя же жить и хлопать глазами, ничего не понимая. Надо? Ну, что ты смеешься? Я от того смеюсь, что сегодня все это говорят. Все вдруг. Да. Так вот, мобилизация, она необходима. Пойдем. Это да. Имеет двоякую цель. Вы куда? Гулять. А, гулять. Вы, если увидите этого конторщика, поручика, как фамилия этого конторщика, с которым я вас познакомил. Пока ты ваш присутствует. Вы ему скажите, что я буду в столовой пить чай с коньяком. И с поручиком. А это очень хорошо. Это у вас прекрасная память. Это очень хорошо. Потому что офицер должен знать имя и лицо каждого солдата своей роты. Вы же когда солдат рекрут. Это хитрое животное. Хитрое животное. А офицер влезает к нему в душу и там поворачивает все по-своему. Чтобы из животного сделать человека разумного. И преданного долгу. Дядя, что-то. Вы не видели Якова? Нет, я не видел Якова. А что, чай там есть? Есть. Ну, вот очень так хорошо. Это... Конь! Вы не видели брата? Нет. Я теперь ничего не буду говорить. И увижу человека, не скажу, буду молчать. Будет. Поговорил на своем веку. Захар! Там мужики пришли, они опять просят отсрочить аренду. Вот нашли время. Ну, жалуются, что урожай плохой, им нечем платить. Да они всегда жалуются. Ты не встречал Якова? Нет, но а что же им сказать? Мужикам? Да. Пусть идут в контору, я не буду с ними говорить. Но ведь ты знаешь, что в конторе никого нет. И вообще в доме полный хаос. Скоро обед, а этот ротмистр все время просит чаю. В столовой с утра не убран самовар. И вообще жизнь похожа на какое-то дурачество. Яков вдруг собрался куда-то ехать. Ты извини меня, но хорошо, что он уезжает. Да, конечно. Он ужасно раздражает. Говорит чепуху. Вот сейчас пристал ко мне, спрашивает, можно ли из моего револьвера убить ворону. Ну что это такое? Говорил какие-то дерзости. Наконец ушел и унес с собой револьвер. Всегда пьяный. Вот, господин Сенцов, как это грустно. Мне очень жаль вас, очень. Не беспокойтесь. Стоит ли? Стоит. Люди должны сочувствовать друг другу. Если даже человек, которому я доверял, не оправдал моего доверия, все равно, видя его в несчастье, я считаю своим долгом сочувствовать ему. Да. Прощайте, господин Сенцов. До свидания. У вас нет ко мне никаких претензий? Решительно никаких. Ну, прекрасно. Прощайте. Ваше жалование будет выслано вам. Мой дом становится какой-то жандармской канцелярией.
Ближе. Ближе. Ну, в чем дело? Ничего, ничего. Ну-с, господин Сенцов, сейчас вы отправитесь в город. Ваше благородие, они совсем не господин Сенцов, а другое. Как? Говори с ней. Да я же их знаю. Они жили на Брянском заводе, и там их имя было. Максим Марков. Там мы их арестовали 2 года назад, ваше благородие. У них на левой руке, на большом пальце, ногтя нет, я знаю. А? Они не иначе, как сбежали откуда-нибудь, нежели по чужому паспорту живут. Это правда, господин Сенцов? Все правда. Значит, вы не Сенцов. Что бы я ни был, вы обязаны вести себя со мной прилично. Не забывайте. Ага. Сразу видно серьезного человека. Так вот, господин Сенцов, или как вас там? Максим Марков. Максим Марков. Сейчас вы отправитесь в город. Квач, ты сам повезешь его и смотреть в оба, чтобы ни-ни. Слушаю. Сейчас же затребуешь прежнее производство. Впрочем, подожди. Это я сам. Закрыть. Ну вот и опять встретились. Вы рады? Да еще бы. Знакомый. Вам пора бы бросить это дело. Волосы седые, а приходится как собаки выслеживать. Неужели не обидно? Ничего, я привык. Я 23 года служу. Начальство меня уважает. Орден обещали, вот теперь дадут. За меня? И за вас. Вы откуда сбежали-то? Потом узнаете. Узнаем. Да, помните, там на Брянском черный такой был в очках, учитель Савицкой? Его тоже недавно опять поймали. Только умер он в тюрьме. Очень больной был. Да, мало вас все-таки. Будет много. Подождите. Это ж хорошо. Больше политических нам лучше. Награды чаще получать. И награды. А я чувствовал это. Ах ты, хорош, а? Хорош. Теперь понятно, откуда все пошло. Послушайте, господин жандарм, а вы не находите, что ведете себя глупо? Не учите меня! Это я поучу! Прекратите этот дурацкий спектакль! Хочешь убрать, жандармы? Убрать! Да это зверь. Это должно быть зверь. Он рычит. Рычит, ваше превосходительство. У меня не зарычит. Я уверена, это он начало всему. Возможно. Очень возможно. А будут его судить, да? Нет, мы их и так едим без соуса. И так вкусно. Эти тоже, прямо как устрицы. Ну, а теперь, ваше превосходительство, мы разделим всю эту дичь и избавим вас от этого анекдота. Николай Васильевич, где вы? Николай Васильевич, можно с вами? Спасибо. Очень остроумно изволили выразиться, ваше превосходительство, как устриц. А что? Нравится? Очень. Нравится, да? Это очень хорошо. Вы знаете, я с самого раннего детства отличался необыкновенным остроумием. Бывало совершенно еще ребенком. Ко мне обращается моя мама. Да. Ну, начинаю. Допрос здесь будет? Не знаю. Ничего не знаю. Стол бумаги, значит, здесь. Идите сюда все! Покойник-то ошибся. Говорил, рыжий его застрелил. Оказывается, черноватый. И живые ошибаются. Ноги убирать. На месте.
второй двери. Двое к этой. Подвое по сторонам. Уводи! Старик, становись с краю, с краю. Не стыдно тебе, старый ты чёрт? Вы чего ругаетесь? Всё, Лёш, пусть я говорю. Что же такая обижающая человека у них? Ну? Идут. Начнем. Павел Рябцов. Рябцов. Павел Рябцов. Ну? Да не ну, дурак, а что угодно. Итак, вы настаиваете, что директор убит вами. Я сказал, с чего же еще? Вы знаете Алексея Грекова? Греков. Это какого? Вот, рядом с вами стоит. Он у нас работает. А, значит, вы с ним знакомы? А мы все знакомы. Ну да, это конечно. Вы с ним близко знакомы, коротко. Вы с ним гуляли. Вы товарищи. Я со всеми гуляю, и все мы товарищи. Да? А я думаю, что вы лжете. Господин Пологи, Рябцов и Греков в каких отношениях? В тесных отношениях дружбы. Здесь имеется две компании. Молодыми предводительствует Греков, юноша очень дерзкий в обращении с лицами, которые стоят неизмеримо выше него. А пожилыми руководствует Ефим Левшин. Человек фантастический в своих речах и лисообразный в обращении. Лисообразный. Ах, какой мерзавец. Хорошо, дальше. Их соединяет господин Сенцов, который со всеми в хороших отношениях. Эта личность не похожа на простого человека с нормальным умом. Он читает разные книги и обо всем имеет свои суждения. В квартире у него, которая наискось моей и состоит из трех комнат... Вы не так подробно. Извините, правда требует полноты. В квартиру у него заходят разные личности, а также присутствующие здесь как-то Греков. Греков, это правда? Прошу не обращаться ко мне с вопросами. Я отвечать не буду. Напрасно. Молодец. Я прошу. Молодец. Я нахожу излишним присутствие здесь посторонних лиц. Да, кто здесь посторонние? Ваша цель? Спроси, что за шум? Слушай. Человек рвется в дверь, прет в дверь и ругается. Что ему надо? Не могу знать. Кто такой? Не могу знать. Не знаю. Слушай. Прикажете продолжать или приостановить? Нет, приостановитесь. Посторонних лиц я прошу уйти. Да, позвольте, как это понять? А кто здесь посторонний? Посторонние Надя, здесь Надя, вы, Надя, а не я. Надя, это вы здесь Надя, посторонних. Надя, это я могу требовать, Надя, чтобы вы удалились. Что, ну я посторонний? Надежда! Я посторонняя! Надежда! Хорошо, я уйду. Но я скажу, вы здесь все бессовестные люди! Жалкие! Надежда! Жестокие! Ваше благородие, еще один открывается. Что? Еще один убийца пришел. Что вам угодно? Это я убил директора. Вы? Я. Совесть! Совесть имеешь! Какие ужасные люди! Ну что же, нате, ешьте. Не плачь, Надя, эти люди победят. Ну-с, господин Рябцов, а как же теперь? А никак. Молчи, Пашка, ты молчи. Эй, братья, не милый. Молчать! Молчать! Не кричи, барин, мы не кричим.
Ну что? Надежда! Разве это вы убили? Это они убили! Они убивают все! Своей жадностью, своей трусостью! Это они преступники! Они преступники! Это они убийцы! Верно! Верно, барышня! Верно, милая! Не тот убил, кто ударил, тот, кто злобу родил. Акимов, напрасно ты! Молчать! Не кричи, ваше благородие, я старше тебя. Акимов! Акимов, ты говоришь, что он тебе пистолет к грудям приставил, когда ты это убил. Слышите, чему он учит? Ну-с. Ах ты, старый ты лгун! Я не лгун! Ну-с, как же теперь, Рябцов? Они как? Барь, молчи! Они хитрые, они словами сильнее нас! Рутчик! Караул! Жандармы! Господа! Вышвырните этого! Нас не вышвырнешь, нет! Будет, швыряли! Пожили вы в темноте беззакония! Хватит! Сами загорелись! Ой, нет, не погасите! Никаким страхом не погасите!